Каждый двигается по своим движениям. Да. Это да, но у меня женщина есть, а бабы нет у меня. А бабы нет. А женщина есть, жена есть, женщина, девушка, нет, жена, а бабы... Вообще бабы это нет. Самое, как у... А у вас баба есть по движениям по вашим? По моим движениям. Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас моментальные, реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Братуха, привет! Привет! В театр не пустили, короче, на Лифлянскую мне надо. Братан, едем, гоним? А что в театр не пустили? Бля, бухой нахуй, понимаешь? Употреблять, я тебе, блядь, употреблю нахуй. И что сказали? Ну и сказали, это самое, короче, таким пацанчикам тут не место. Пацаны, вообще, ребята, классно. Не, в натуре класс, но... Заебись, четко. Так, и что вы решили? Ну и все, решил ехать домой. Мне нужна Лифлянская. Ну, все понятно, деньги-то у вас есть? Откуда у меня деньги? Ну как же я вас повезу? Ну как это, сам на общественных началах. Ну нахер. На общественных началах? Да. Не, ну а почему нет? Вот люди должны помогать друг другу. А вы один в театр пошли? Да, один. Вот пошел, хотел посмотреть концертный. Обожаю театр. Да? Да. И театрал? Не, ну я не театрал, но я люблю. Я историю люблю. Так историю или театр? Историю, театр люблю. Так может вам в какой-нибудь музей сходить, если... Не, музей, я это самое, как у музея, все тут обшоркал уже. А, уже все обшоркали? Конечно. В Нарвских воротах были? Базар тебе нужен, я тут живу. В Нарвских воротах? Нет, не в Нарвских воротах, на Санкт-Петербургском я живу. И вот не пустили реально в театр, блин, ну что за балдана? Баба у тебя есть, братуха? В общем, хочу себе бабу найти. Но нихуя как-то не получается в этой Чикатаевке одни алкашки да дырявкина. Ёбаный попоз. Баба? Да. Резиновая, что ли? Почему нет, нахуй? Каждый двигается по своим движениям. Да. Это, да, но у меня женщина есть, а бабы нет у меня. А бабы нет. А женщина есть, жена есть, женщина, девушка, нет, жена, а бабы... Вообще бабы это нет. Самое, как у... А у вас баба есть по движениям по вашим? По моим движениям, да. У меня есть жена. А почему? Ну вы ее бабой называете, нет? Ну а почему нет? А почему нет, на? Согласен. Что будем делать в итоге? Я на Лифлянскую без денег не поеду. Ну как не поеду? Ну вот так вот. Я, конечно, понимаю, что, возможно, мой благородный конь выглядит как благотворительное животное, но на самом деле ни хрена. Это так не стоит денег. Вот смотри, братуха, да? Это самое, как... Ну, мы все люди, все человеки, но мы же должны помогать друг другу. Короче, братан, у меня реально нету баблана. У меня нет денег. Как? На общественных началах, понимаешь, вот это самое, вот помоги просто другу. Вот помоги просто вот русскому человеку, помоги, вот просто довези до Лифлянской. Ну нету, пробухался. Это я уже понял, что вы орете-то. Нет, так ты же это самое справишь. Я слышал. Я на эмоции. Это
просто охуенно. Я понимаю ваши эмоции, но я-то тоже не этот самый, но не Тимур и его команда. Меня я даже понял. Не Тимур зовут. Я не могу бесплатно работать, понимаете? Я понял. Вы бухаете, получаете удовольствие, правильно? Да. Бухаете, да, у вас есть баба, у вас все хорошо, свои там движения, все нормально, моржения. Да, да. Все четенько, да. Отлично. Да, получается, что у вас прибывает, а у меня убывает. Так какого хрена тогда так должно быть? Русские мы не русские, какая разница-то? Братья мы там, сестры. Ведь есть положняк, правильно, сами за него топите. А меня пытаетесь развести. Некрасиво. Я тебя не развожу. И читай в паспорт и гляди, что ты с президентом разговариваешь, знаешь, что я могу. Бля, как это называется? Это не развод, это просто, это в принципе. Ну, это что такое? Куда это? Вот я по-человечески обратился. Вот я сел к тебе. Я понял. В авто, да? Да. Вот я просто по-человечески попросил, да? Это самое, братух, отвези, пожалуйста. Можно? Может, мы пойдем? Я уговорю этого самого билетера пропустить в театр вас. Не, я уже не пойду в театр, мне уже не интересен уже не театр. Интересно. Да, мне уже это самое, мне тут в кайф. А, тут в кайф? Да, тут в кайф. Охуенчик просто. Так может это, вы бы к бабе своей дернули, а вы хотите к своей бабе поехать? Конечно, нет. А вас не везут. Не, видишь, братуха, мне помажорить охота еще. Помажорить охота? Да, помажорить просто охота. Это круто. Дружище, ничем тебе не помогу, прости, может другой кто тебя повезет. Я нет. Точно нет. Так. Короче, не приболтало тебя, да? Вообще нет. Вообще нет. Ну, блядь, каменное сердце. Просто каменное сердце. Вот ты, короче, ты это зама, ты не прав. Ты за базар отвечаешь? Ты кому, мне не веришь? Да ты сейчас мне сам бабло все оставишь и счастливым отвалишь отсюда, баклан немытый. Я не прав, ну извини. И я сейчас уже буду на линию выходить, может... Как-то туда на улицу пройдешь. Да, конечно. Да. Все, давай. Бабе привет. Все. А что за спектакль-то как назывался? Спектакль, блядь, видишь, написано, блядь, Звездана. Звездана? Да. Охуенно. Ладно, пока, Звездана. Давай, дружище. Давай, да, пока. Блядь. Сериал «Мажор», 222 серия, новый новый член сериала «Мажор». А, скажем так, пообтрепались мажоры. В мое время мажоры выглядели немножко по-другому. Но, зная рыбные места, где... тусуются вот такие маргинальные особи, я их пытаюсь избегать. Подъехал, сука, к театру ДК Горького. Сейчас большая очередь была на вход здесь. Какой шанс в таком культурном месте, в культурной столице, блядь, России, встретить вот такого персонажа, которого не пустили в театр? Что очень странно, потому что мне всегда казалось, что зрители как раз театральные должны выглядеть именно вот так. И пахнуть тоже. Ну, чё, у кого есть резиновая баба, входите в положение и возите вот таких вот людей бесплатно. Надо выпить кофе. Что еще могу сказать? Нужно продолжать делать три вещи для того, чтобы... хотя бы раз-два в неделю, в самые жаркие дни, ко мне попадали какие-нибудь веселые кадры, которые будут скрашивать вам досуг и поднимать настроение. Поэтому три вещи делаем. Жмем на лакусик, пишем коммент и нажимаем на колокольчик. Ну и подписываемся, конечно. Потому что, как говорит наш Верховный. We'll be right back.